Напряженная ситуация сложилась и на заводе «Контакт» в Ленинском районе Саратова. Об этом говорят сами работники предприятия и сообщают, что их якобы предупредили о грядущих массовых сокращениях. По информации информагентства «Четвертая власть», это связано с резкой потерей контактом 60% заказов. Отношения к госконтрактам по оборонке они не имеют. На заводе, где трудится более 2500 человек, ожидаются потери около 300 мест. Также есть данные, что в следующем году предприятие может отказаться от ряда производств, а это, в свою очередь, повлечет гораздо большее сокращение.